Так, смотрим. Что у нас тут? Магазин есть. В магазине надо накупить всякого, иначе нам будет плохо. Так, аптечек надо накупить. Сильнее, чем я думал. Ладно, отпущу твою сестру. Только оставь нас в покое. Я не могу оставить вас в покое, товарищ. Ну, зомби. Или монстры, кто там, я не знаю. Нормально так завался. Почему? Ничего здесь не трогай, это работа всей моей жизни. Я зомби главный. Бабы с титьками — это работа всей твоей жизни. Ну, блин, я разочарован, честно. Если бы работа всей твоей жизни была там, не знаю, планету новую построить там, создать, а ты фигней какой-то занялся, мужик, поэтому извиняй, но нам не по пути. Хотя ладно, передумал, пойду в другое место. А нет, не передумал. Ахахай. Скидыщ. Ой, как она умрет в муках, а ты последуешься следом. Ну, я примерно так и предполагал. Ну, видишь, в чем загвоздка? Небольшая, а совсем маленькая. У меня лазерная пушка супер крутая, а у тебя и нет. Роботы всякие тут, которые мне жутко не нравятся. Ну, я вот так вот стою, в дверку долблю, и все, вы все умираете. Все как мы договаривались. Но я не просил ракеты мне пускать. Зачем? Зачем мне ракеты пускаешь? Ой, нет, я пошел. Первый, умирает второй. Умирает третий. Умирает четвертый. Так, ну ты тоже давай умирай. Все, спасибочки. Ты тут откуда взялся, блядь, так? Я ж всех вроде поубивал, не? Пожалуйста, не трогай, спроси, чего хочешь. Ай! Ракеты выключи. Спроси, чего хочешь. Я с твоими ракетами задолбал уже спорить. Ну-ну-ну, мясо, мясо, мясо. Всякие фиолетовые хреньки летают. Ну вас нафиг. Да-да, падают там лицом вниз такие. Джбум.
Зачем мне ваши фиолетовики? Ну, не нравится мне фиолетовые штуки ваши. И ракеты не нравятся. Так. Ну надоели, а? Ракеты слишком быстро летят. Фиолетовые слишком медленно. Я тихо-тихо не успеваю уворачиваться. Да что ты будешь делать? А долго тут будем пляску-то в эту играть? Я чисто уже задолбался уворачиваться между ракет. Правда, все ракеты уже собрал. Блин, у меня так скоро патроны кончатся. Все, угомонитесь. Тут-то уже откуда? Все? Все угомонились? Нет? Не все. Да что такое? Все, давайте заканчивайте уже. Блин, ну вообще. Да, то что еще их больше. Я не хочу, я мне наверх стрелочка показала. Я не хочу тут с вами сюзюкаться. Играть, говорю. Кто увернется от фиолетовой пульки? Придется все-таки к вам в гости зайти. Ну что так будет делать? Так. Надо мне этой хрени. А тут у нас что? О, патрончики взял, хорошо. Патрончики мне нужны. Так, и того. Тут закрыто? Ну хорошо, хоть здесь закрыто. А то у меня во все открытые двери. Тащи. Надо же, а? Интересно, как куда они попадают там? Не будем считать, что попадают. Ну в кого-то точно попадаю. Так, ну можно точность поднять. Вот то я, наверное, зря вылез. Пойду я обратно. Супероружие, супероружие, блин. А вот то, что у них тут... Ох, сейчас наваляет мне. А самое не балуйся. Да. Блин, зараза. Да что ж вас так много-то, а? Все, все ходи по пикам. Зачем я сюда пойду? Нет, я не пойду.
Черт, куча мала. Ракета такая, туда-сюда. Так. Ну что, их вроде поменьше стало. Нифига не поменьше. Вообще не кончается. Что же за дела-то такие, а? Ой. Все-таки достали.